Робота у прямому ефірі триває прямо зараз. Огляд новинок науки і технології. Також будемо говорити про вибух гіроскутера на стадіоні «Чорноморець». Петро Обухов, IT-спеціаліст. Вітаємо тебе, Петро. Вітаємо, Петро. Ну, по-перше, хотіли б почути твій коментар стосовно вибуху гіроскутера. Що це за практика і як до неї треба відноситись? Ну, там используются литий-ионные аккумуляторы, как и в очень многих устройствах, в мобильных телефонах, в электромобилях, во всех вообще бытовых приборах, которые работают от батарей. Почти все они литий-ионные. И, в принципе, при неправильной эксплуатации литий-ионные батареи могут взрываться. Причем я так прочитал, там такая неприятная штука. Если ее пытаться полить водой для того, чтобы потушить, то он разложит эту воду на кислород и водород еще больше взорвется. Серьезно? Да, прекрасная вещь. А які заходи можно вживати, ну такі діючі, щоб нічого не сталося? Ну, самое главное не перегревать их и не делать какие-то удары. Потому что от ударов может повредиться внутренняя структура. Тобто, ймовірно, на стадіоні був перегрів, ну, якщо там на зарядці. Может быть. Я, честно говоря, не знаю, что там было, но может быть проблема с контроллером, который контролирует зарядку. Вот из-за того, что эти аккумуляторы взрывоопасны, в каждом из них, вот вообще абсолютно в каждом, встроен контроллер, который проверяет, правильно ли он заряжается, и не дает его перезарядить. Если его перезарядить, ну, то есть больше зарядить, чем он может на несколько микровольт, даже дать напряжение, он может взорваться. Ну и поэтому обычно ни у кого из нас ничего не взрывается, там ноутбуки, смартфоны. А, кстати, была вот история с смартфонами Samsung, которые загорались пару лет назад. И как выяснилось, провели расследование, оказалось, что это было из-за того, что они делали очень тонкие аккумуляторы, и из-за этого, из-за ударов, они внутри чуть-чуть портились, и происходило короткое замыкание, и из-за этого перегрев. Ну, вряд ли у гироскутера проблема в том, что аккумулятор был сильно тонкий. Но надо не давать вообще... Еще часто, кстати, в новостях взрываются электронные сигареты. И тоже понятно, потому что они там нагреваются, и, видимо, какие-то дешевые устройства это не продумывают, и аккумулятор перегревается. Все-таки, безпечно чи небезпечно зберігати таку техніку вдома, чи там на таких стратегічних об'єктах, як стадіон? Ну, если не нарушать правила, не выставлять это на яркое солнце, и, там, не хранить возле плиты, то, я думаю, нічого страшного не буде, и это полностью безопасно. Якщо все ж таки щось відбувається, задимлення, що робити? Зрозуміло, що водою не Водой нельзя. Главная задача – это понизить температуру. То есть каким-то образом… Самое главное еще прикол этих аккумуляторов в том, что ну вот обычно, когда тушат пожар, стараются перекрыть доступ кислорода к огню. И таким образом горение прекратится. Так вот, с аккумуляторами это не работает, потому что в нем есть собственный кислород, который в этой химической реакции производится и выделяется. Поэтому перекрытие кислорода, ну, например, там, порошковым огнетушителем не даст эффекта. Нужно каким-то образом, я правда не понимаю, каким, понизить температуру. Там все зависит от температуры, и все это начинает происходить при температуре 70-90 градусов по Цельсию. Ну, главное не перегревать устройство до таких температур. Так, ну зрозуміло. Добре, рухаємось далі безпосередньо. Що ми знаємо на сьогодні, які новинки науки вот та технології? Сьогодні прикольна новость, мене порадував Приватбанк. Они совместно с компанией Google запустили Google Pay для всех владельцев приложения Privat24. Значит, расскажу кратко, что это. Есть карточки банковские, которые работают бесконтактно. Там в них есть специальный чип, который действует на небольшом расстоянии. И если приложить ее к терминалу, который принимает такие карточки, то можно заплатить, ну, не вставляя ее никуда, просто приложив. Так вот, но эта карточка сама стоит денег, и вот приватбанковские обычные карточки, которые они выдают, которые можно получить в отделении, они без чипа, там магнитная полоса. И она, естественно, не работает бесконтактно. Так вот, эту карточку можно добавить в свое приложение Privat24, и мобильный телефон будет вести себя как карточка с чипом. То ну, есть, так есть же уже такая послуга. Да, но теперь она доступна для владельцев любых карт Приватбанка. И, власне, любых смартфонов? Только андроиды.
Тобто, це тільки Android, да. А та послуга тільки Apple чи ні? Ні, а то і Apple, також. І Android. Є, угу. Є Apple Pay, є Google Pay. Ну, в общем, удобно то, що тепер вот этой функцией можуть воспользоваться люди, у которых карточка это не поддерживает физически. Угу. Они добавляют ее в свой мобильный телефон и пользуются этим. Я сам пользуюсь, это страшно удобно. Я, кстати, видел еще одну цифру интересную. Создатели Монобанка, украинского банка, похвастались, что у них 19% платежей сейчас проходят через такие Apple Pay и Google Pay. И это их даже несколько пугает. Они так считают, что если пройдет какое-то время, то Google и Apple скажут банкам большое спасибо за сотрудничество, вы нам больше не нужны. Да, и начнут платежи непосредственно сами проводить, сами станут банками. Ну, посмотрим. Есть такой XPRIZE. Это такая организация, которая раздает призы за создание разных технических, решения технических задач. Например, 15 лет назад они запустили приз за создание космического аппарата, который высадится на Луну и проедет там 500 метров. Никто не победил, никто не смог уложиться в срок. Но, кстати, в следующем году там люди запустят луноход таки. Так вот, они запустили еще несколько лет назад один такой конкурс с призом в 1,5 миллиона долларов на создание машины, которая сможет извлечь из воздуха, из атмосферного воздуха питьевую воду. И вот здесь повезло больше, и одна компания смогла решить эту задачу. Там была задача для того, что машина должна извлекать 2000 литров воды в день и при этом использовать возобновляемые источники энергии, чтобы затраты на энергию не превышали 2 центов на литр. Ну, это очень мало. И вот одна компания создала такую машину, которая помещается в такой стандартный контейнер морской, работает на биогазе, то есть она нужно загрузить всякие щепки в вот эти гниющее дерево, а дальше они используют метод формирование искусственного облака, то есть там часть воздуха греется, часть охлаждается, из-за этого вода появляется облако, вода конденсируется, в общем, она чистая питьевая. Молодцы. Цікаво дуже, як вони до цього доходять. Ну, молодці. Ну, це була фірма, яка вже робила таке устройство, але воно використовувало звичайне електричество, а тут вони вирішили совмістити біогаз і змогли таки виграти приз. Ще одна новость, ну, поки ще не произошедшая, але анонсована. В Китаї збираються запустити спутник, такое зеркало, которое будет висеть над китайским городом, в котором живет 14 миллионов человек, ну, такой областной центр, и освещать этот город, это зеркало будет освещать по вечерам, как луна, но только в 10 раз ярче. Навище? Ну, чтобы сэкономить электричество. Mm-hmm. То есть оно будет высоко над землей и будет отражать солнечный свет и направлять его на этот город. Ну, интересно вообще. И, ну, в будущем, на самом деле, это прикольно. Можно сделать такие искусственные луны, которые будут висеть. Технически это несложно. По сути дела, запускается такой себе, как зонтик. Он раскрывается, может быть, там диаметром, не знаю, 10, 50, 100 метров. И освещать города. Может быть, мы это увидим лет через 10 у нас. Ну, тому що ліхтарі ми точно не побачимо, я думаю, навіть через 10 років, а от луну, можливо. Ну, це, кстати, причому вони говорять, що світ буде такий розсіяний, м'який, животних не буде пугати, але при цьому буде більш-менш видно. Добре. Новость немножко устаревшая, точнее, произошедшая давно, но не устаревшая. Это при старте российской ракеты произошла авария, при старте с космонавтами. Космонавты не добрались до МКС. И у них не завелась вторая ступень, и аварийная система выстрелила капсулу с этими космонавтами на высоте 93 километра, и они приземлились назад на Землю. Все живы-здоровы, все в порядке, но тут возникла другая проблема. Проблема в том, что нужно как-то отправить людей на МКС.
Сейчас единственный на данный момент существующий метод — это российские ракеты, собственно, вот, которая сейчас и не смогла это сделать. И возникает вопрос, как доставить все-таки этот экипаж, и не получится ли так, что МКС какое-то время будет вообще без людей. Mm-hmm. На МКС с 2000 года постоянно кто-то был, а тот экипаж, который там сейчас есть, его невозможно задержать больше, чем на месяц, потому что спускаемый корабль, на котором они должны вернуться, у него срок годности 200 дней. И он этот срок годности истекает в декабре, и до середины декабря их нужно вернуть на Землю. А отправят ли новых космонавтов, опять же, на ракете «Союз» в декабре, неизвестно, потому что, во-первых, нужно понять, что произошло, Можливо, но... відправляти на людей там. Тут є варіант, що либо рискнуть відправити опять на ракеті «Союз», либо МКС останется необитаемой примерно на полгода, потому что через полгода, наконец-то, американцы закончат создавать свои космические корабли для отправки людей. Собственно, контракт с Роскосмосом у американцев до 2019 года. Но вот эта неприятная история, конечно, возможно, этот контракт завершит досрочно. И честно говоря, после всех российско-американских отношений, я думаю, что... Это было больше, чем логично. Я думаю, что на самом деле российской пилотируемой космонавтики, может быть, даже приходит конец вот с этим полетом, потому что контракт разорван, и американцы будут летать на МКС сами, и потянет ли Россия сама летать, а не за деньги Америки туда, и вообще не побоятся ли они это делать на таких ракетах. Хотя, с другой стороны, эта ракета очень старая, и это первая авария за 35 лет. Угу. Так что, может быть, для какого-то своего престижа они и решатся все-таки ее использовать. Но вот последние годы они запускали не по 3 космонавта, а по 2 ради экономии денег. Теперь... На зарплатні економили, так? Скажи, а чому не звернулись до Ілона Маска? Він вийшов би за 15 хвилин це питання. Одна із компаній, яка розробляє для Америки ці космічні кораблі, це компанія Ілона Маска. Но там дуже складна і довга і нудна сертифікація, которая вот сейчас у них должен состояться в апреле, первый тестовый полет, а уже такой не тестовый, а полноценный полет будет в августе следующего года. Ну, я очень этого жду. Интересно, что это будет космический корабль многоразового использования, то есть он сможет возить космонавтов туда-сюда, назад, и это может удешевить, это может быть дешевле, чем у россиян. Следующие две новости меня так и позабавили. Две компании представили смартфоны. Одна с 3 камерами, а другая с 4 сзади. Это компании... Как то кажуть, понеслось. Сейчас было 6-7. Компании Samsung, и Huawei. Сейчас нам не то видео показывают. Так, она еще, какая-то мотивация, да? А все эти камеры, они у обоих этих телефонов, они с разными фокусными расстояниями. Одна камера супер широкоугольная, можно захватить сразу большую панораму. Вторая обычная, третья зум-камера. А в Samsung 4-я камера нужна для того, чтобы создавать эффект размытия фона красивого. Ну, ми скоро побачимо, що на весіллях оператори будуть користуватися саме такими приладами. Ну, на самом деле, двукратний зум – це немного, але якщо ще додати 3-4-кратний зум, то буде скільки? 4-5 камер где-то. Буде прикольно. Ну, і последняя новость. Вот тоже интересно опробовать. Компания Xiaomi выпустила умную маску для сна. Значит, это маска. В нее встроен маленький компьютер, динамики, которые играют расслабляющую, успокаивающую музыку, и электроды, с помощью которых эта маска считывает интенсивность мозговых волн электрических. По этим волнам можно определять, спит человек сейчас или нет. И эта маска играет музыку, которая успокаивает, но как только она фиксирует, что человек засыпает, музыка потихоньку прекращается. Чудово. Мені дуже подобається. Да. І опять же, коли человеку нужно проснутися, вона і в этой музыке будет. Угу.
Ідеально це просто. Погано, якщо а якась неполадка у 3-4 години ночі відбудеться, і Рамштайн заграє. Ну, головне, щоб не взорвалося. Буває таке, як ми бачимо. Ну, там же літій-іонний акумулятор. Весить эта маска 50 грамм, а стоит всего $35. Удивительно, вроде хорошая вещь, еще недорого. А щодо музики там можна якось регулювати собі, обирати, чи там такий стандартний набір? Ну, там є стандартний набір, але я думаю, що можна буде щось собі теж залити. Ну, чесно говоря, от я, правда, плохо представляю, як можна уснути під музику. Ну, я надіюсь, вони це як-то перевіряли. Так, ну, добре. Дякуємо, дякуємо. Петро, Петро Обухов, IT-спеціаліст, був у нас в студії. Далі випуск новин, з яким вас ознайомить Вікторія Ортіс. Після новин повертаємося.